Рождественские скидки до 50% во всех магазинах Элкор и в универмаге подарков Элкор Плаза. Одежда и обувь, игрушки, посуда, домашний текстиль, электроника и бытовая техника. Рождественские скидки до 50% во всех магазинах Элкор и в универмаге подарков Элкор Плаза. 8 человек задержано, из них есть организатор, есть человек, который отвечал за уходами за растения со своим помощником, и которые осуществляли охрану на месте. Также есть человек, который инвестировал, потому что это достаточно большая инвестиция организовать выращивание марихуаны, потому что необходимо поддерживать освещение определенное и климатические условия. Также задержан человек, который занимался маркетингом этого вопроса, то есть это первый человек, который распространял и искал места сбыта на территории Латвии. Главной жертвой города, это был город Рига, изначально они решили распространять. Ну и, соответственно, нам было доказано и задержано также последующие 3 дилера, которые непосредственно были готовы приобретать уже у эти преступные группы наркотические вещества и распространять дальше. Изъято порядка 12 килограмм готовой продукции, 300 грамм гашиша местного производства. Также порядка 17 тысяч евро наличных денег. Ну, само собой разумеющееся, взято достаточно большой объем различной техники, аппаратуры, осветительных приборов, которые способствовали выращиванию. Во время обысков также изъято 5 единиц оружия, автоматическое оружие с глушителем, также помповое оружие, пистолет, обрез охотничьего ружья, амуниция. Ну, на данный момент люди задержаны, находятся в местах заключения. А что это за люди, расскажите? Ну, самое главное, это организаторы и осуществители этой преступного замысла, они люди в возрасте от 40 до 50 лет. Только двое из них ранее судимы, это в конце 90-х годов, они были привлекались к уголовной ответственности за различные преступления, но на данный момент срок погашен, да, судимости погашены. Все остальные люди, они в поле зрения именно по привлечению к уголовной ответственности, в поле зрения полиции не попадали.